И снова-таки здравствуйте, с вами Любопытный Геймер, и мы продолжаем проходить The Evil Within. Потому что в прошлой серии круто так отхватили всяких монстров, как эта многорукая дама была, которая нас кусала и телепортировалась. Собственно, сам Рувик, который тоже телепортировался и тоже кусал. Господи, что это за шипастая хрень? А, это, наверное, взрывной. Что это у нас? Жетон. Полицейский жетон. А, нет, это дневник Себастьяна Кастелланоса. Март 2005-го. Плохая новость. У меня новый напарник. Хорошая? Майра сказала да. И даже плохая новость не катастрофа. Джозеф отличный детектив, и мы с ним прекрасно ладим. Кримсон Сити нужны такие полицейские, как он. И работать вместе с ним – честь для меня. Но иногда мне кажется, что мы плывем на лодке с огромной пробоиной в днище. На каждое раскрытое нами преступление приходится десяток новых. Только департамент защищает граждан от уголовников. Но у меня такое чувство, что последних больше. Брух. Что это значит? Я, погоди. Или я могу... Что? He's watching. We can... Чё, eat? Leave. Он смотрит, а мы не можем уйти. Так, слушайте. Нет, давайте что ли... Ну, я понял, это, наверное, к нашей этой подруге. Сколько у меня этой фигни? А, 6300. Я думаю, хватит на какой-нибудь апгрейд. Да. Necessary for me, my ass. Окей. Это то самое, то It's самое. Been a while since your last visit. Да брось. Это было давно. Так, что тут ничего почитать нет? Господи, ну камера, конечно, это вообще смерть. Здорово, здорово. А, во, вот можно почитать. Поиски серийного убийцы зашли в тупик. Местные жители надеются на лучшее. По словам полиции, отсутствие новых улик свидетельствует о том, что серийный убийца затаился или уехал. Чудесно. Значит, искать его не надо, да? Бадыщ. Нельзя здесь спинка ноги дверь открывать. Ладно. Где-то здесь вот эта вот головоломка-то, да? Ага. Ну, что-то я собираю. Но не все, по-моему. Далеко. Так, что у нас? Во-первых, патроны для дробовика. А, точно, я все забрал, и оно закрылось. Понятно. Давайте открывать те, которые пониже. Ключик-то есть? О, баночка. Сколько? 5000! Вот это хорошо. Вот это я доволен. Не зря. Ну ладно, теперь что? Ищем эти... Опачки. Ага. Ну ладно, это для простоты, видимо, чтобы не бегать на тот конец коридора. Уже кали. Жх. Прямо в мозг. Так. Сколько? 3000 стоит. Блин, оно все такое дорогое. За 4000 плюс 2 патрона для дробовика. Какого черта? Он пришивает себе дополнительный карман или что? Болты для агонии, гранаты, шприцы. Сейчас у меня что? 2 максимум, да? У меня их вообще сейчас 0. Окей. Ну, я не знаю. Давайте, чтобы он не такой дохлый, бегал побольше, что ли.
Здоровье. Урон в рукопашной. Немного увеличивает урон, наносимый противнику. Нахрен мне немного. 8000. Скорострельность. Давайте, что ли, до второго поднимем уровня. Немножечко. Почему я улучшаю дробовик, а разряд идет мне в мозг? Так. Ну не знаю. Давайте. Давайте улучшим разрывной болт. Он мне больше нравится из тех, которые у меня есть. Хорошо. Вот, болты для агонии. Чуть-чуть побольше. Хорошо. Я могу что-нибудь еще сделать? Время перезарядки улучшить? Да, нет. Уже емкость магазина. Не могу. Критические попадания. Увеличивает... Ага. Плюс 10%. Да. О, давайте-ка вот этим зафигарим. Все. Наигрался. Наигрался в прокачку. Давайте, полетели обратно. Блин, чертовы дери, а. Что-то у меня с патронами. Угу, окей. А, вот что еще подумал. Надо бы для... Для агонии, что ли, закинуть патрончиков. Так, какой у нас тут... Гарпун, разрывной. А, у меня есть один разрывной, да? Электроболт. Но он просто их останавливает. Криоболт. Мне больше всего нравятся разрывные криоболты. Но криоболт вообще что-то 5 этих деталей стоит. Где? Давайте сразу разрывной. Люблю взрывающиеся штуки. Так. Сделал. Блин, я что-то не то сделал, да? Да, я сделал что-то не то, как обычно. Разрывной. А, РБ. О. Хорошо. Кстати, почему я не могу поднимать болты после использования? Эпизод 5 в глубинах. Вот он только начался. Сейчас на меня кто-нибудь нападет. Мне даже странно. Чё тебе без ног? Окей. Стоп. А куда делась тетя? Тетя просто рассосалась. А, здорово. Ладно. Забавно было. Да? Кто тут кашляет? Ты какой-нибудь псих, небось, да? А. Вот тебе на. Я думал, ты на меня нападешь. Ну ладно. Че, ты думал, я плакать что ли буду? Нет, так нет, господи. По большому счету, что я не сдохну? Я уверен, что я еще сдохну. Так, тут все закрыто.
Тут каталочки ездят. Гостеприимно распахнутые двери. С большим нифига внутри. А, здорово. А, ну ты тоже глючный, да? Блин, подвиньтесь, сэры. А! Да отвали! Чё, ты меня съел, что ли? Ну, блин. О, как. Левый стик. Почему иконка левого стика была справа? И вообще, откуда он взялся? Твою в топку. Это что, заново всю эту хрень проходить? Вы чё, офигели? Да окей, окей. Вашу ж мать, а. Перенесешь или нет? Necessary for me, my ass. Дурдом вообще. It's been a while since your last. Нет, ну точно, конечно, дурдом. Здорово. Подвинься. У тебя нет. Выстирала юбку туда. А у нее в крови ж была. Ну ок. Давай, что там? Я открывал вот этот вот. Мне понравилось, что там было внутри. Берем. Так, не сюда, не сюда, не сюда, не сюда. Давай уже, давай. Сейчас мы тебе сделаем более бегучим. Угу. Давай, садись. Ну блин, это просто несправедливо. Давай максимальное ускорение. Чё я там еще брал? Скорострельность. Критические попадания. Запас для болтов. И разрывной болт. Все. Что я делал? Блин, не тот сделал. Потратил напрасно. Давай. Хорошо. Заряжаемся. Что у нас тут? Угу. Тетки нет, правильно. Хек-хек-хек. Да. Ага. Все супер, чувак. Мне очень важно, что ты здесь. Ни хрена нету. Блин, не закрывайте двери. Здесь ничего. Угу. Ну ок. Ты там бродишь. А. А ты собака, отпусти меня, иди в пень. Так. Гори огнем. Понятно.
процессе. Так, ну хуже не будет, чё. Ага. Ну давай поржём. Действительно. Очень весело. Я думаю, какой бы повод найти повеселиться? А чё, лицо? Ага, чей-то портрет. Лучше вот такой вот возьму. А, ну да. Окровавленный сортир. Кто тут на меня выскочит? Банка. Окей. Фу, нифига себе. Looks like I have to get down. Никакого желания, ребят. Вниз спускаться. Потому что у меня такое ощущение, что там этот бродит. Невидимка. Ну и чё? Никого? Типа. Типа никого. Так, а что у меня есть? У меня есть 2 патрона. Для дробовика. На как спускаться-то? Только так. Не вижу пока что, кто-то ходил. Ну, конечно, сумасшедшая безголовая кукла. Спички. Нет, ну спички это, конечно, хорошо. Но ими убивать нельзя. Это что, крыса? Это была крыса с этой. Со статуей Девы Марии. Слушай, тебе повезло, крыса. Вообще-то я целился в крысу. Так вот, если справедливости ради. Не. Коляска сейчас поедет. Знаю эти фокусы. Или что сейчас меня ждет этот... Ох, слава богу, чекпоинт. Ну давай, вылезай, многорука, я знаю, что ты сейчас вылезешь. Locked. Need to find a key card. Конечно. Да твою... На вот тебе. Скотина, а? Это что там? Это то, что я думаю, нет? Шатает там эту. Блин, совсем нету патронов. Для дробовика. Один гарпун остался. Честно, у меня нападет какая-нибудь шняга. И у меня наступит трындец. Я почти уверен, что это... Вот это тут, вот это место, где Рувик вызвал из своей крови
чуваков. Склад мертвых тел был. Так вот это место специально было для того, чтобы лишить меня максимального количества здоровья, максимального количества патронов. Хрена себе. Голыми руками так фигарить стекло. Или типа уже насрать, да? Like a boss. Ну, чуть такое. Ну, один патрон. Ну, смешно, ребят. Что ты туда второй этот раз засунул? Два патрона как будто засунул. Ну, что это вообще? Несерьезно. 16 патронов для револьвера. Ну, что я с этим наловлю? Ну, давай. Гребаный невидимка, а? Да на! На, скотина, на! На! Все, готов. Ну вот как это называется? Ну вот я слышу, что он тут где-то. Ага, вот ты где, а? Ах ты! Отвали от меня нахрен! Говнюк, а? Да на уже! Скотина, сдохни. Ну что это такое, все патроны на нее спустил? Ублюдок. Ну, ты собираешься здоровье устанавливать или нет? Ну, как это называется? Ни рожна нету. Хоть бы что дали. Хоть бы один какой-то завалящий. А, вот тут вот есть патроны. Для дробовика один. Чудесно. Супер, я просто в восторге. Хм. Ну, я не знаю. У меня есть 3 патрона для дробовика. В сумме. Блин. Сволочь, отвали от меня нахрен. Изыди, черт. А, блин. Вот где он? Чувствую, что рядом где-то. Ага. Блин.
Лошара. Ой, лошара, не могу, а. Неприятное место. Держи. Хорошо. Но они в конце концов не такие бесполезные. Так, главное этих ублюдков. Засечь. Урода разорвало, по-моему, да? Хорошо. А это, блин, не может не радовать. Да, блин, все время случайно нажимаю. Так. Вот это прямо очень интересно. Хочу сюда. Пацаны, вообще, ребята, хочу туда. Чувствую, что сейчас я найду ключ, карту и понесется, блин. Ну, конечно. Вот ты. Больничная ключ-карта. Угу. Кажется, на ней кровь владельца. Это, знаете, шокирует. Кровь владельца не может быть. Откуда здесь кровь? Это же больница. Давай быстренько шевеляемся. Ну, я не знаю просто, чем еще... Да, у меня есть идея относительно того, как можно. Ну, по-любому ведь вылезет, да? Гаденыш, отвали, отвали. А! Проклятый пещерный чертиглот. Как тебя завалить-то, а?
упырь. Как бы мне тебя... Вот без жертв-то, а? Фух. Говнюк, сгори в огне. Плохо, очень плохо. Очень плохо. Патронов вообще не осталось. Ну и чё? Ублюдкисы. Вас еще здесь есть? Ладно. Ага. Ну ладно. Допустим. Хочу баночку. Баночку. А, лишним не будет. Это я пнул или упырь пнул? Да я, блин, просто знаю, что сейчас опять Рувик. Не, ну, напади на меня кто посерьезнее, мне жопа, жопа. Ребят, дайте мне чекпоинт, а? Я не могу, мне нужен чекпоинт. А что так глючно-то? Понял, контрольная точка. А чё меня повело-то? Ребят! Я ничего не понимаю. Почему у меня так все это размыто-то? Это так задумано или у меня просто игра покрашилась маленько? Давайте с автосохранения загрузимся. Потому что вряд ли такое должно быть. Нет, смотрите. Блин, ну это вообще чуть такое за фигня. Я не понял ни хрена. А, во, смотрите. Вроде теперь видно, да? Ну ладно. А, смотрите. А здесь нет, опять ни хрена не видно. Я смотрю, здесь тоже ничего. А, о. Все, я понял, короче. Все, короче, понятно. И на этом мы с вами серию завершим. Продолжение ждите. Оно будет. Спасибо, что смотрели. С вами был Любопытный Геймер. До связи.